В Якутске прошла презентация социальных роликов режиссера Михаила Лукачевского «Белые ангелы. Право быть равным». Инициаторами проекта выступили родители детей с речевыми нарушениями. Каждый ролик раскрывает проблему взаимоотношений между обществом и ребенком с задержкой психоречевого развития. Родители уверены, что проект внесет весомый вклад для привития толерантного и гуманного отношения к детям с дефектами речи и поможет создать благоприятные и доступные условия для их развития. Мы снимали ролик на свои средства, родители все скинулись, собрали около 70 тысяч, ролик стоимостью 50 тысяч оказался, нам очень-очень помог наш режиссер Михаил Лукачевский, нас понял и поддержал. Мы хотим создать НКО с детьми с задержкой психоречевого развития. Хотим, чтобы нас поддержали, понимали люди всячески, и материально, и морально, чтобы нас общество принимало, какими мы есть.